В городской поликлинике Черкесска на базе психоневрологического диспансера открылся дополнительный центр амбулаторной помощи для пациентов с признаками ОРВИ. В случае проявления симптомов любой человек может обратиться в центр за консультацией и обследованием. О том, как работает новый амбулаторный центр, расскажет Карча Биджиев. Количество обращающихся людей респираторными заболеваниями со всей республики немаленькое, и Министерством здравоохранения принято решение о запуске амбулаторного центра на базе республиканского бюджетного лечебно-профилактического учреждения психоневрологического диспансера. Хорошее расположение в центре города плюс транспортная доступность позволит любому с легкостью добраться до поликлиники. Для удобства жителей амбулаторный центр будет работать ежедневно с 8 до 20 двух и без выходных. На сегодняшний день этот центр работает достаточно неплохо, то есть люди обращаются, проводится осмотр, проводится диагностика, выставляются предварительные или окончательные диагнозы. В первый день запуска центра уже было 14 или 18 где-то людей. На сегодня примерное количество – это около 60-70 вот в данный центр. В новом амбулаторном центре работают 3 терапевтических кабинета, процедурные для взятия анализов. Также в центре проводят дифференциальную диагностику респираторных заболеваний, экспресс-тестирование и взятие мазка на ПЦР-тест. Полученные данные о больном передаются участковому врачу или поликлинику по месту жительства. В амбулаторный центр может обратиться любой с подозрением на признаки коронавируса. Пациент при себе должен иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Чем лучше со свода полости рта? Потом открываем колпачок и вымачиваем все, что мы забрали. Закрываем это на диспозицию на час, потом утилизируется. И вот это выливается в эту луночку. Пожидаем через 30 минут, если одна палочка вот такая красная, это тест, экспресс-тест отрицательный. Если две палочки, экспресс-тест положительный. Потом идет на прием к врачу, врач опять решает, что надо взять уже ПЦР-тест, где мы мазок берем уже из носа, из рта и уже отправляем в Роспотребнадзор. Первый амбулаторный центр, который был запущен на базе Северного госпиталя, дал хорошую возможность расшириться и принять большой объем пациентов. Наличие лабораторий, КТ-диагностики, многие обследования можно пройти, как говорится, не отходя от кассы. Все это поможет определить диагноз, а также сэкономить время. Карча Биджиев, Али Бастанов, Вести Карачаево, Черкесия.